перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! Сейчас может прерваться трансляция, потому что заезжаем в тоннель. Привет, привет, привет. Привет, привет, всем привет. Сегодня у нас состоялась открытая тренировка в нашем клубе «Русжим», который находится на Севастопольском проспекте, дом 6. Всех ждем, приглашаем. Мы скоро выложим отчетик о том, как все произошло. Через километр держите смелее по направлению 3-й кольцо. Есть, будем держаться. Так что тренировочка, как всегда, тяжело, ребят. В нашем возрасте, вот 38 лет, да, 38 лет, уже любая тренировочка – это подвиг, ребят. Это подвиг. Это ты встаешь и идешь, просто преодолевая. Включаешь вдохновляющую музыку. Ты, короче, каждая тренировочка для нас в нашем возрасте, как последний раз, ребят. Мы можем с этой тренировочки и не вывести, доктор. А вот Киевстонер, браза, Киевстонер. Ребят, я вам скажу так, что Киевстонер сегодня был на открытой треничке и показал просто сейчас выйти в прямой эфир. Скажи, да? Просто это был люкс. Просто показал, что... Брат, тренировка, мы долго сейчас обсуждали где-то тренировку. Да. Тренер сказал, что он не ожидал, что ты такой класс покажешь, правда. Он думал, что это просто толстяк, братан. Я говорю, это толстяк, христает. Я ж в прошлом занимался, брат. Брат, не важно, что ты в прошлом, знаешь, важно, что ты сегодня, брат. Как ты сегодня дышишь, чем дышишь, куда идешь, о чем думаешь, брат. Ну я сегодня отдал себя, понял, я оставил весь свой пот там. Это тебе, брат, вот сознание, что тебя уважают, за то, что ты всегда халат до конца, вот до конца, все, что есть. Конечно. Газголдер Лайф, все, что есть. До тренки. До талого. Только так. Задние не имеем, понял? Ты просто ответный лидер, понимаешь? Я когда увидел, когда ты вышел десятку и еще на 11 и на 12 дал, брат, ну. Надо же добавить было, понял? Как говорится, не мазать. Слушай, ну ты сегодня тоже такой класс показал, ты там разминал нормально, брат. Видно, что ты давно занимаешься уже. Брат, ты что, насыпаешься, да? Не, я в натуре, я просто, я, а знаешь, твоего, я очень... От твоего пожара подтягивает присыпкой, брат. Знаешь, вот что я заметил, что давно на тебя никто не бифит, потому что все видят, как ты уже рубишь, понял? Такая ситуация. Не из-за этого, братан, а потому что у меня работает поисковая служба, брат. Не, ну это потеря, само собой. Потеря, это, знаешь, как она называется? Потерявшихся животных, знаешь, мы ищем. Ну слушай, они справляются, конечно, эффектно. Вот это сам радует меня очень сильно. Скажи, брат, уже неинтересно стало даже искать, честно. Да. Находишь кого-то, знаешь, пытаешься вот опять сыграть в игру, сразу закрытый аккаунт и... И ты думаешь, вот такая вот духовка, а калибр вобра, понимаешь? Ну да, это как эти маленькие собачки ручные, которые гавкают, понял? Брат, ты знаешь, моему агентству все равно, хоть медведи, брат, понимаешь? Я в Нью-Йорк езжаю, посмотрите. В Нью-Йорк? О. А я Курскую проезжаю, брат. Брат, хава. Так, я сейчас в Харьков еду.
Посмотри, Subway, бля, посмотри. О, Suburban, понял. Е-е-е, на Бруклин. А ты что? Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Ту-ту! А ты за рулем, да? А что твой сынок не занимался? А он это, он снимал, как и твой, как и твой, понял? Он сегодня, да, у него режим зимняя рыбалка, понял? Он просто как Митя сегодня решил поснимать, понял? Вот ты, смотри, ты учись просто, высший класс вообще, как еврей, прокручивает просто. Я возьму на себя полностью съемку, чтобы отследить максимально это мероприятие, понял? А мне уже пишут, хочу совместную тренировку побыстрее, понял? Когда ты вошел в краба с Майком, я понял, что там, ну, просто склейка произошла, понял? Ну, я просто я думал дать ему еще, но решил, понял, уважить возраст. Такая ситуация. Да, Майкл? Мне еще с ним дружить, понял? Конечно, еще в баньку, как говорится, нам еще и в баньку вместе ходить. Вот так вот. Я вот так вот именно, а? Брат, ты что, в грибы вернулся? Мечтаю, понял? Поехал по грибы. Мечтаю вернуться, понял? Возьмите меня. А чем пацаны занимаются? А? А чем пацаны из грибов занимаются? Не знаю, брат. Я только с чате общаюсь. Он делает что-то, да? Да, он давно, сколько? Он с 9-го года уже именно в топах был у Киева, понял? Нет, я его знал. Не знаю, сейчас нет, но собирается что-то делать, не знаю. По поводу этого нет. Ты же знаешь, я с рэперами о рэпе не говорю, понял? Ну, да. Ты можешь. А ты что, скоро нас порадуешь чем-то, скажи честно? Как, брат? Брат, ты нас чем-то порадуешь скоро какой-то музыкой? Nintendo, брат, альбом. Альбом Nintendo? Он будет такой, знаешь, молодежь. Молодежный? Ты, короче, решил им показать. Воспитывающий молодежь. Ну, мы ждем очень сильно. Ждем альбом. Он будет. Все, обнимаю тебя. Я тебя тоже целую, брат. Спасибо большое. Давай, брат, обнимаю.